Всем огромный привет! Хотел вам сегодня показать один из лайфхаков. То есть вот такой вот сеткодержатель, или можно сказать наждачка-держатель. Вот он. Размеры его 105 мм на 230. Вот здесь вот сбоку зажимчики. Вот один зажимчик, вот второй зажимчик. Вот это вот такая мягенькая, тут резинка специальная, ручка. И для чего? Продают вот такие сетки в магазинах. Их размеры 120 миллиметров ширина и длина 280 миллиметров. То есть при помощи этих сеток можно шлифовать шпатлевку на стенах для того, чтобы выглаживать стены. Можно также при помощи этих сеток шлифовать деревянные поверхности. В частности, у меня поверхность, видите, вот этот стол, который мы делаем, и видео, конечно же, снимаем. В будущем не просмотрите видео на нашем канале, где мы делаем стол, опять же, из старой мебели. Ну, конечно, сама столешница это уже будет из фанеры, из толстой, но тем не менее. Так вот, смотрите, что я делаю, когда пользуюсь вот такой вот шлифовальной сеткой. Закрепил я эту сетку вот на таком сеткодержателе или наждачкодержателе. Сюда можно вместо сетки также установить наждачку. Ну, например, вот такую наждачную бумагу. Вырезать ее по размеру. Вот так вот. И точно так же шлифовать. Чем хорош вот этот сеткодержатель вообще и вот эта приспособа? Тем, что руки остаются целыми, не надо давить на наждачку и давится по всей плоскости. То есть берет поверхность по всей плоскости. Я сейчас буду выравнивать. Чем больше эта плоскость, тем ровнее получается сама поверхность, которую она шлифует.